Сегодня в голосовании принимают участие и видные творческие деятели. Свой выбор сделали писатель Аким Тарази с супругой и сыном. Они одними из первых прибыли на место голосования. Известный писатель признался, что для него этот день праздник, отчасти потому, что его сыну в этом году исполнилось 18, и он впервые воспользовался избирательным правом. Для меня сегодня большая радость. Мой сын голосует впервые. С точки зрения простого человека, эти выборы – рядовое событие. Но с точки зрения истории, это начало большой эпохи. Мы пришли всей семьей. Видно, что народ радуется, все довольны. Народ сплотился, чтобы сделать свой выбор, и мы верим в светлое будущее.